Растет спрос на жилье за городом. Все чаще покупатели отдают предпочтение квартирам в малоэтажных комплексах в пригороде. И на это есть множество причин. Суета большого мегаполиса, шум пробки, загазованность воздуха. Комфортной такую жизнь точно не назовешь. Совсем другая картина открывается за пределами Петербурга. И дышится легче, и взор радуют красочные пейзажи. Именно такие виды открываются из окон малоэтажного жилого комплекса «Щегловская усадьба», расположенного в поселке Щеглово. Первые 4 дома уже заселены. Счастливые обладатели квартир в этом уютном микрорайоне делятся своими впечатлениями. Мы очень довольны. Это гораздо лучше, чем жить в городе. Тем более мы переехали из центра. Это площадь Восстания, Гончарная улица. Мы просто наслаждаемся свежим воздухом и вообще покоем, проживанием. Все нас здесь радует. Детские площадки в каждом дворе. Причем застройщик позаботился о том, чтобы детям всех возрастов было интересно проводить время. Здесь есть и игровая зона для самых маленьких, и спортивный комплекс для ребят постарше. Множество развивающих кружков для детей предлагает и Дом культуры в поселке Щеглово. Здесь расположены детский сад и общеобразовательная школа. Недавно обновили пришкольную территорию, установили новенькие тренажеры, обустроили футбольное поле. Так что детям есть где выплеснуть свою энергию. Мы уже практически год как здесь живем. Нам здесь очень нравится, здесь очень уютно, малоэтажное строительство, недалеко от города. Как бы деткам есть где поиграть, новые чистенькие квартирки, все как бы очень приятно и мило. Квартиры в комплексе предлагаются на любой вкус, от студии до трехкомнатных. Все они сдаются с чистовой отделкой. Полностью обустроен санузел, на кухне есть раковина и плита. Остается только купить мебель и можно праздновать новоселье. У нас однокомнатная квартира. Квартира, естественно, привлекла очень своей ценой, потому что цена доступная. Квартира была с полной отделкой, то есть это ламинат, обои. Очень прилично, я бы сказала, плитка, санузел. Неоспоримый плюс малоэтажного строительства – отсутствие проблем с парковкой. Жителей немного, мест для парковки у дома хватает всем. К тому же при проектировании комплекса компания «Навис» предусмотрела гостевую стоянку. Кстати, добираться до города на автомобиле быстро и удобно. Комплекс расположен всего в 15 километрах от КАТ. На машине, если, конечно, не в час пик, если у нас пробки, то у нас везде пробки, то довольно-таки быстро, минут 20-30 мы на Ладожской. Абсолютно без пробок практически до центра Петербурга можно доехать и на электричке. Железнодорожная станция Щеглово находится в пешей доступности от комплекса. Микрорайон Щегловской усадьбы разрастается. Уже возведены под крышу 8 корпусов в следующей очереди. Работы ведутся активно. В скором времени эти дома обретут красивые фасады, выдержанные в общей стилистике комплекса. Сдать четвертую очередь в компании «Навис» обещают уже к концу этого года. Сейчас у покупателя есть прекрасная возможность приобрести квартиры в Щегловской усадьбе на особо выгодных условиях. Квартира с отделкой в новой, пятой очереди Щегловской усадьбы в рассрочку от застройщика стоит от 622 рублей в день. Рассрочка предоставляется до конца строительства, то есть до конца 2016 года. Летом действуют специальные отпускные цены. Полностью завершить возведение столь масштабного микрорайона, благоустроить прилегающую территорию, застройщик обещает в 2017 году.